21 марта – Международный день леса. Он ежегодно отмечается по постановлению Генеральной Ассамблеи ООН и призван еще раз напомнить о чрезвычайно важной роли лесов для населения планеты. Леса покрывают треть территории и являются защитой земли и водных источников, хранителями биологического разнообразия и жизненно важным природным ресурсом – зелеными островами жизни. Чувашские леса – одно из главных богатств. Общая площадь – 632 тысячи гектаров. Очень важно, что останется в наследство потомкам. Внести свой вклад в решение проблем экологии может каждый. Не случайно одна из трех жизненно важных задач для мужчины – посадить дерево. В 2012 году в Чувашии провели большую работу по восстановлению лесов на территории, пострадавших в 2010 году от пожаров. Лесоводы для этих целей используют специальное орудие, которое называется «меч Колесова». Он придуман для того, чтобы сажать лес, чтобы корневая система у маленьких деревьев она разместилась в земле правильно, чтобы не было загиба корня, чтобы не осталось здесь воздуха, чтобы корень не засох. В Заволжье мы выезжали и восстанавливали леса там, где они сгорели в 2010 году. И там в основном, конечно же, используются мечи Колесова. В республике в 1995 году был открыт музей леса. Экспозиция музея состоит из двух залов. В первом – история лесов Чувашской республики, этапы развития лесного хозяйства. Часть выставки состоит из различных документов и фотографий, повествующих о жизни земляков, которые целиком и полностью посвятили себя лесному хозяйству. Фигуру лесничего в форме на одежде своеобразного стража у входа в музей невозможно не заметить. На макете тушения лесного пожара можно увидеть, как обнаруживают и тушат очаг возгорания, как мчатся к нему машины и даже самолет. Все очень правдоподобно. Подобно и вышки, на которых находятся наблюдатели, и озеро, и домики в лесной чаще, и деревья. Центральное место в музее занимает диорама «Лес» с чучелами животных и птиц. Это самое любимое место всех, от мала до велика. Здесь прямо в помещении воссоздан уголок хвойного леса, где устроились лесные жители. Чучела для нашего музея были заказаны у таксидермиста в Алтайском крае. И поэтому волк у нас получился тоже алтайский. Чувашские волки, они серого цвета, а алтайский волк немного светлой окраски. Этот год объявлен годом охраны окружающей среды. В его рамках запланировано участие в традиционных акциях. Например, «Посади дерево и сохрани его», «Всероссийская природоохранная акция «Берегите лес от пожара», «Всероссийская выставка, посвященная современной системе особо охраняемых природных территорий федерального значения» и многих других. Татьяна Молокова, Республика.